Пожалуйста. Сегодня в рамках военно-патриотической спартакиады Кайсара, организованной молодежным крылом «Жасотан», проходит отборочный тур на базе школ города Кокштау. Принимает участие 10 команд, это школа города Кокштау. В каждой команде 5 человек, 3 парня, 2 девушки. Проходит соревнования по двум видам. Первое – это плавание, второе – это бег. По результатам данного отборочного тура будет сформирована сборная, которая примет участие в республиканских соревнованиях.